Привет! В этом видео я немного промахнулась с фокусом, а также могут быть какие-то шумы, но I'm so sorry. Я приехала из России в Черногорию. Бар – это город, в котором я теперь живу. Бар – это город контрастов. Бар – это город собак. Ну, на самом деле, мы нашли здесь всего лишь 4 корги. Бар – это город мечты. Смотря у кого какие, конечно же, мечты. Если вы хотите мечты поамбициозней, вам напрямую в Будву или под Горицу. Иногда говорят под Горицу. У кого как. Ну, а еще бар – это город, с которого можно начать вести этот блог и делиться своей историей. Меня зовут Яна, мне 22, и я бросила все. Звучит довольно-таки эпично. Я бросила все, чтобы жить в горах. Спойлер, это было достаточно просто. Первое, решить, что ты не хочешь жить в Петербурге. Второе, подумать, что ты хочешь жить на Алтае или в Красноярске, а может быть в Дагестане или даже в Сахалине. Отбросить все эти мысли, потому что в целом ты хочешь жить не просто в горах, а в ином менталитете. И рассмотреть миллион видео про самые популярные безвизовые направления на ВНЖ. Грузия, Турция, Арабские Эмираты, Греция, Сербия. Пожалуй, все. Расстроиться, потому что везде получается дорого. Оставить эту мысль, ну а затем случайно вернуться к просмотру видео, вспомнить о том, что есть Черногория. Именно здесь начинается моя история. Добро пожаловать! В этом видео я бы хотела поделиться с вами самым интересным. И для меня это два пункта. Первое. Каковы мои внутренние глубинные причины для переезда? И второе. Каковы основания проживания в Черногории на ВНЖ? Я решила приехать в Черногорию из мегаполиса. Я приехала из Санкт-Петербурга. Ни для кого не секрет, что Санкт-Петербург – это северная столица России. Я устала от климата. Этот климат влиял на меня очень-очень подавляюще. Мне было просто неинтересно уже жить в Санкт-Петербурге. Я не хотела перебираться в Москву. Но я для себя решила, что это Черногория. Потому что здесь я была когда-то 10 лет назад. Как я помню, мне здесь очень понравилось. Мне тогда было 12, посмотрите на эту маленькую леди. Кстати, еще одна причина, по которой я решила уехать из Санкт-Петербурга, это плоскость, ну, во всех ее проявлениях. А для того, чтобы встретить какие-то холмы или, возможно, скалы, тебе нужно ехать в карельском направлении. Ну, а для того, чтобы добраться до каких-то дальних мест, тебе нужно брать достаточно дорогие билеты, тебе нужно брать отпуск. И это все заставляла чувствовать себя несвободной. Что же конкретно меня привлекло в Черногории? Первое, это, конечно же, горы. Черногория считается одной из самых маленьких стран на Балканском полуострове. В этой маленькой стране сосредоточено столько красивейших природных мест и достопримечательностей, что мое сердце просто разрывается сейчас от красоты. Причина номер два – это море и хороший климат, солнце. Все, что сейчас есть для профилактики моих высыпаний в данный момент – это море, солнце и крем для загара, кажется, все. Следующая причина – это черногорцы. И не потому, что это одна из самых высоких наций, но черногорцы по-прежнему хорошо относятся к русским, несмотря на все санкции, введенные в адрес России еще в 2014 году. Да, ребята, сюда ехать можно, русских не презирают. Ребята, образ жизни. К сожалению, в Санкт-Петербурге у меня не получалось жить спокойным образом жизни, потому что сам город тебе этого не позволяет. Ты вынужден двигаться в быстром, ритмичном направлении к своей цели, и невозможно просто остановиться. Так вот, здесь образ жизни, который описывается всего лишь одним термином или словом. Называется «плако-плако», что по-черногорски или сербски будет «не спеши, остановись, подумай». И вот у них все в таком режиме. Они не торопятся абсолютно. Еще одна причина – это относительно невысокая стоимость жизни. Хотя события февраля 2022 года немного изменили картину, однако сюда все еще можно переехать достаточно дешево. Мы добрались, наверное, до самой интересной части, о которой хотят услышать многие из вас. Что же сейчас, на период июля-августа 2022 года, нужно для переезда на ВНЖ? Для переезда в Черногории вам понадобится заграничный паспорт, аренда жилья на долгосрок. Я могу ошибаться, подходит ли аренда на полгода, но на год точно подходит, потому что я сняла свою квартиру на год. Справка о несудимости в печатном бумажном варианте, просто с печатью, без апостиля. Если мы говорим о получении ВНЖ на основании вашей фирмы, то вам здесь нужно открывать фирму.
Более того, сейчас Черногория очень упростила процедуру для открытия фирмы. Если в прошлом году для открытия фирмы на счету вам нужно было иметь минимум 3650 евро, если я не ошибаюсь, то сейчас такого условия нет. Сейчас для открытия фирмы вам нужен паспорт, вам нужна справка о несудимости, вам нужно 1 евро на счету и, собственно, название фирмы. Все. На самом деле, вообще-то не все. Вам еще понадобится сделать страховку, а также взять с собой школьный или университетский диплом. Что еще, наверное, понадобится для получения ВНЖ, это немного денег. Лично я для того, чтобы получить ВНЖ, вложила 750 евро. Мне помогает одна девушка, я нашла ее абсолютно случайно, верстила сайты и информацию, а также YouTube на тему того, как получить ВНЖ и кто с этим может помочь. Эти деньги ушли на открытие фирмы и на получение самого ВНЖ. Это и работают судебных переводчиков. Ребята, вы бы видели, у меня целая стопка по открытию моей фирмы. Как бы я это делала сама, где бы я искала людей, сколько бы денег я потратила зря, возможно, я еще не знаю. Поэтому, если вам интересно, пишите в комментариях, я вам дам контакты людей, которые смогут этим заняться. И, конечно же, часть оплаты идет людям, которые этим занимаются, люди, которые уже прошли через огонь и воду и могут благодаря своему опыту сделать это достаточно быстро. Кстати говоря, вот спустя 2 недели у меня на руках уже есть папочка, где зарегистрирована моя фирма. Эта фирма будет не работающая, я не буду через нее проводить все свои доходы, но обязательно нужно будет платить налоги. Налоги относительно невысокие. В месяц это примерно 80, 90, 100 евро, в зависимости от того, с каким бухгалтером вы работаете. Часть денег идет на налог нулевого оборота вашей фирмы, и часть налогов уходит вашему бухгалтеру, который проводит все эти оплаты и который подает отчеты. Если вы не будете этого делать, вам могут просто назначить штраф, и штраф достаточно высокий, это 20 тысяч евро. Какие плюшки приходит месяц ВНЖ? Ну, во-первых, вы становитесь резидентом Черногории, вам не нужно ездить туда-сюда в Албанию или в Сербию для того, чтобы продлевать ваше местонахождение. Согласно законодательству Черногории, сейчас россияне безвизово могут находиться на территории Черногории 30 дней. После этого нужно делать визаран, то есть ездить в соседнюю страну и возвращаться обратно для того, чтобы обнулять ваше туристическое местонахождение в стране. Если вы делаете ВНЖ, то вам дается период проживания в стране 1 год, после этого ВНЖ можно продлить, и уже после 5 лет вы можете податься на ПМЖ. Также вы получаете бесплатное медицинское обслуживание, что довольно-таки важно в чужой стране, потому что без него вам придется достаточно сложно и дорого. Третий бонус, который вы получаете вместе с получением ВНЖ, это возможность достаточно просто получать шенгенскую визу и ездить в другие страны. Это то, кстати, о чем я не упомянула в причинах переезда в Черногорию. После получения ВНЖ здесь вы можете совершенно спокойно открывать счет, и у вас будет европейская карта, на которую вы можете получать европейские деньги и открывать. Кстати говоря, сейчас идет задержка с получением ВНЖ, задержка с открытием фирм. Это действительно так. Я объясню почему. Основной наплыв туристов или будущих резидентов приходится на самые большие популярные города. Это, конечно же, Будва, и это Подгорица или Подгорица, да, простит меня. Все достаточно логично. Где большой наплыв будущих резидентов, там большие очереди. Поэтому я нахожусь в городе Бар, это небольшой город, с которого я буду начинать свою жизнь здесь. Мы достаточно быстро и стремительно двигаемся к своей цели. Как я уже сказала, спустя 2 недели приезда я уже открыла свою фирму, и уже вот буквально через несколько дней мы пойдем подавать документы на ВНЖ. Ну что ж, друзья, это, наверное, было все для первого видео. Пишите, что бы вы хотели узнать о Черногории. На самом деле, я собираюсь выпускать довольно-таки регулярные видео, потому что в какой-то момент мне самой не хватало информации об этом всем. И я думаю, что Черногория — это потрясающая страна с огромными возможностями и потенциалом. Я думаю, что следующее видео будет на тему того, сколько денег сюда понадобится в данный момент, сколько потратила конкретно я и как вывести деньги за границу. Ну, небольшой спойлер, криптовалюта, привет!